поэмы писателя Марио де Андраде, жившего с 1893 по 1945 год в Сан-Пауло. «Моя душа торопится. Я посчитал свои годы и обнаружил, что у меня осталось меньше времени на жизнь, чем прожито. Я чувствую себя таким ребенком, который выиграл коробку с конфетами. Первый съедает с удовольствием, но когда он понимает, что осталось только несколько, то действительно начинает есть их с удовольствием и смакуя. У меня нет времени для бесконечных конференций, посвященных уставам, законам, процедурам и внутренним правилам, зная, что ничего не будет достигнуто. У меня нет времени выносить абсурдных людей, которые ведут себя не в соответствии их возрасту. У меня нет времени на борьбу с посредственностью. Я не хочу быть на собраниях, где накачивается эго. Я не могу терпеть манипуляторов и оппортунистов. Меня беспокоят завистливые люди, которые пытаются дискредитировать более способных, чтобы захватить себе их позиции, таланты и достижения. Мне осталось слишком мало времени, чтобы обсуждать заголовки. Я не хочу этого, потому что моя душа торопится. Слишком мало осталось конфет в упаковке. Я хочу жить с людьми, которые очень человечны, с людьми, которые могут смеяться над своими ошибками, которые достигли своих успехов. Люди, которые понимают свое призвание и не прячутся от своих обязанностей. Те, кто защищает человеческое достоинство и хотят только быть на стороне истины, справедливости и праведности. Это то, что делает жизнь достойной жизни. Я хочу окружить себя людьми, которые знают, как прикасаться к сердцам других. Людьми, которые через тяжелые удары жизни научились расти и сохранили нежные прикосновения души. Да, я спешу. Я спешу жизнь с интенсивностью, которую может дать только зрелость. Я стараюсь не тратить зря ни одной из конфет, которые мне оставили. Я уверен, что они будут более вкусными, чем те, которые я уже съел. Моя цель – достичь конца в согласии с самим собой, с моими близкими и совестью. Вы думали, что у вас две жизни? И вдруг вы понимаете, что у вас была и есть только одна –